Retail.ru продолжает победоносно шагать по конференции X5 «Диалог». Мы прямо здесь, в самом эпицентре событий, знакомимся с теми, кого наградили уже специальными призами. И на этот раз это номинация по увеличению доходности лучшая совместная работа. Представитель кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева. Ольга, во-первых, я поздравляю вас с этой наградой. Спасибо, спасибо. Ну и, конечно же, не могу не спросить, что она для вас значит. Вы знаете, мне было очень приятно, когда я увидела список номинантов. Это все мультинациональные, крупные компании. Нашей компании в этом году исполнилось всего 22 года. И для нас было очень приятно оказаться в этом прекрасном списке и получить такую, я считаю, заслуженную награду. Ну, номинация по увеличению доходности. Не раскроете ли секрет каких-то цифр, может быть? Вы знаете, мы очень любим, наша фабрика любит выпускать инновационные продукты. И здесь мы совпали очень с X5 Retail Group. Мы в магазине «Перекресток» выставили инновационную линейку шоколада «Charged». Это шоколад без сахара, шоколад для похудения, шоколад для лифтинга лица, шоколад от усталых ног, шоколад для спортсменов и так далее. Конечно, публика была поражена, очень приятно. Люди покупали за любые деньги такой прекрасный продукт. Также мы выставили инновационную линейку шоколада из разных стран произрастания. Мы собрали вплоть до диких бобов из Доминиканы, Мадагаскара, Перу, Эквадора и других стран, Ганы, Кот-д'Ивуара, и сделали целую линейку уникального шоколада. Эту линейку мы производим на нашей фабрике в Латвии, только в Европе. Она продается по всей Европе и в России, в том числе в магазине «Перекресток». Поэтому, конечно, такие инновационные продукты позволили нам получить заслуженное звание фабрики, которая привела к высокой доходности, высокой маржинальности продуктов, которые продавались. Ну и, конечно, в магазине «Перекресток» на 70% за год мы приросли год к году. Это тоже прекрасный показатель. Это говорит о том, насколько наши продукты понравились и полюбились покупателю. Есть ли какая-то статистика, какой продукт из этой линейки инновационный пользуется наибольшей популярностью? Ну, конечно, шоколад для похудения. На сколько килограммов можно похудеть, используя этот шоколад? Расскажите. Все зависит от того, сколько съесть. Все-таки меру надо знать. Да. Ну, вообще мы предлагаем, что нужно есть 40 грамм в день этого шоколада прекрасного. Он активизирует обменные процессы в организме, он не содержит сахара. То есть это, знаете, такое приятное удовольствие в сочетании с возможностью активизировать обменные процессы и похудеть. Еще про удовольствие на конференции. Расскажите, что сегодня уже удалось узнать и какое у вас вообще впечатление от происходящего? Очень понравилась конференция, понравилась открытость, доступность, то, что было возможно пообщаться с любым из руководителей, которые обычно недоступны за 7 печатями, за долгими дверями и коридорами. Можно было в открытом диалоге пообщаться, обсудить какие-то новые проекты, рассказать о наших проектах. Поэтому я думаю, что эта конференция принесет хорошее дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество у нас с сетью. Мы предложим, очень хочу предложить магазину «Чижик», который только начинает расти, наши продукты. У нас есть продукты для такого формата, интересные, и я думаю, что им понравится, и мы продолжим дальнейшее сотрудничество. На чем будете делать основные фокусы на 2022? Ну, я думаю, что мы продолжим выпуск полезных продуктов. У нас сейчас выходит полезный мармелад, не только шоколад, например, мармелад для улучшения зрения, мармелад для улучшения работы мозга и так далее, да, энергетический мармелад. Ну, часто вот, например, когда мы едем в машине и покупаем энергетический напиток, пытаемся попить, в этот момент тормозим, обливаемся, да, а энергетический мармелад абсолютно безопасен. В пробках можно, значит, его поесть, вдохновиться. И не уснуть. Не уснуть, да.
Вот, я думаю, что фокус останется на полезных, качественных продуктах. С этими продуктами мы будем продолжать идти. У нас вышли новые конфеты, вафельные конфеты без сахара, политые шоколадом без сахара. Тоже такой новый инновационный продукт, который сейчас хорошо очень себя зарекомендовал. Рост на него, рост производительности у нас пошел порядка 72% за первое полугодие. И мы считаем, что это прекрасный рост для продукта, для выхода его на рынок. Сделали тоже очень интересную линейку шоколада с различными орехами. То есть, когда в одном шоколаде сочетается сразу несколько видов ореха, например, орех обжаренный, орех карамелизованный и орех подсоленный, создает такую красивую палитру вкусов. Ну, мы стараемся стать российским Линдом. Думаю, что у нас это получается. Мы растем, у нас 3 фабрики уже, и мы продолжаем строиться, расти, ставить новые линии и выпускать новые продукты. Очень приятно, что вы стараетесь удивлять потребителя. Этого же мы вам и пожелаем, и больше продаж, чтобы в следующем году было еще больше наград. Спасибо.